Ремонт дороги на улице Зоя Космодемьянская – один из самых масштабных в этом сезоне. Здесь планируется обновить более 17 тысяч квадратных метров проезжей части и тротуаров. Бордюры уже почти готовы, пешеходная зона засыпана щебнем, даже покрытие кое-где положили. Правда, без нарушений не обошлось. На одном из заасфальтированных участков скапливалась вода. Пришлось переделывать. Уже демонтировано покрытие, которое подрядная организация нанесла. И, собственно, асфальтирование выполнено заново. Никакие денежные средства, конечно же, за принятые работы не были выплачены. Оплата произойдет только после того, как будут завершены все работы по объекту. Местные жители говорят, дорогу давно было пора привести в порядок. Терпеть шум и неудобства пока готовы. Главное, чтобы ремонт не затянулся. Идешь, у меня ноги подворачиваются, косточки даже. А так, конечно, неплохо делают. Но только бы быстрее бы нас закрыли. Везде уже сделали асфальт, а мы сейчас страдаем. Ну, молодой человек, вы смотрите, какую они взяли от самого Маломоносова и до этого. Это же большая работа с двух сторон и плюс еще дорога. На данном объекте мы не видим никаких сложностей. Все должно быть вовремя и в срок. И самое главное – качественно. Упор делается именно на качество. Тем более, что и стоимость внушительная. Из федерального и регионального бюджетов выделили более 80 миллионов рублей по программе «Безопасные качественные дороги». К слову, в этом году в нее попали 28 участков, и все они должны быть отремонтированы до конца августа. Кирилл Грепеняк, Павел Третьяков, ТВ-21+.